Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Так, я хотел сказать следующее, ребят, смотрите. Нам осталось совсем немножко до того, чтобы получить 18 уровень базы. И делаем мы это следующим образом. Смотрите, я захожу сюда. Делаю последнее задание. Да, 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 именно к этому, ребят, я и подводил все. Ну что же, жилая комната и сокровищница у нас увеличиваются, улучшаются, поэтому поехали мы это с вами сейчас дело замутим. Так, сокровищница, да? Погоди-ка секунду. Сокровищница. Не это получается, да? Да, получается не это, ребят, тогда-то переходим вот сюда. Сокровищница. А почему? И жилая комната. Ну, жилая комната это вот, они где? Вот, вот здесь они у меня отдыхают. Все верно. Так, увеличивается. Блин, а почему так мало всегда увеличивается, а, ребят? Всего лишь какие-то крошечные процентики. И такая сумма уже. Обалдеть. Так, и все-таки где-то еще одно здание, ребят. Вот. Ага. Сокровищница. Ну что ж. В принципе, ребята, вот в деньгах в данный момент я особо сильно не нуждаюсь. Но мало ли что, у вас недостаточно средств в плане. Требуется 8000... 8000 древесины, да? Вы издеваетесь сейчас, что ли? 8000 древесины. Я, по-моему, за все время, что играл, столько не набирал. Охренетушки, ребят, это просто опупеть. Так, слушайте, а смотрите внимательно, у нас тут 100 купонов. А что у нас какой-то... Да нет. Погоди-ка, ребят, я думал, что у нас какой-то ивент будет там или еще что-то в этом роде. И купоны копятся для этого. Но, как я понимаю, ничего нет. Вот в события мы заходим. Испытание разлом Хеликс. Тайные операции. Ну давай, попробуем. Так, сложность 7.12. Ах, вот оно что. Ядрить и макарить, ребята. А я что-то... Я вот буквально с полчаса заходил, и этого не было. А ну-ка давай сюда. Подожди, это точно у нас... Ну да, испытание. Так, что же мы ждем-то тогда, а? Так, уровень 7.12. Я согласен. Я иду туда без промедления, ребят, без промедления. Так, нам нужно взять одного из ассасинов. Мне написано. Я... Оу, 75, ребята! 75% плюсик к осколкам, короче. И еще и здесь полтинничек. Ёпарасете, да мы сейчас с вами... А, интересно... Смотрите, помните, да, в прошлом испытании у нас Хорхе довольно неплохо рулил. Ну, а здесь, как мы видим, у нас рулят совсем другие персонажи. Это, например, Максима и Луис. Ладно, я в помощь брошу им, пожалуй, Клаудию. Поехали, подтверждаем. Слушай, ребят, я ни разу здесь не был. Вот в первый раз на ваших глазах иду сюда. Что, как и почему, не знаю. Слушайте, но меня это интригует очень даже сильно. Так, цель задания. Блин, что там украсть? А что украсть? Ладно, посмотрим. Оу. Так, ну что ж, давай, Максима, поехали. Мы можем просто спрятаться. Мы можем... атаковать. Давай просто спрячемся. Проходи мимо. 95%, ребята. Так, я думаю, что здесь то же самое надо сделать. Отлично. Скрытное убийство нам, я думаю, еще пригодится в дальнейшем. Вот, например, здесь. Хотя... Ладно, Максима, пойдем попробуем. Так, 95%. У нас сколько... Черт, у нас большая слишком скорость. Сколько у нас еще попыток? Сколько? Покажите, где это древо? Я не вижу. Так, здесь мы просочились. Шикарно. Давай, наверное, все-таки сделаем скрытное убийство. Я просто не могу понять.
Сколько у нас осталось, ребят? Попыток. Ха-ха. Тихо. Ага, вот, видим. У нас, значит, 3 скрытных убийств. А что вот это у нас означает? Великое стремление. Ради великой цели ассасин может выйти за пределы своих возможностей. Даже вот так вот. А вы что думали, ребят? Так, ладно, я иду сюда Максима и атакую сразу же его. Вот так вот. Ну а здесь, конечно же, нам лучше сделать скрытность. Блин, красота, ребята. Вот я за что люблю эту игру. Да, для кого-то она покажется слишком нудная, для кого-то она покажется слишком тяжелая. Но, понимаете, все дело в том, что каждый персонаж в этой игре индивидуален. Он не похож на других. И вот, понимаете, вот когда вы составляете какую-то стратегическую команду, да, для своего, например, прохождения, вы рассчитываете. Вот правильно некоторые люди мне пишут: мне нравится вот ребята, я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, кто вы, что вы, но нравится ход ваших мыслей. Как вы говорите, бери Хамида с собой для того, чтобы вскрывать сундуки, ты будешь получать бутылочки, ты будешь получать книжечки. Правильно вы все говорите, ребят, но понимаете... Если я возьму Хамида с собой в компанию, в группу, да, то, соответственно, у меня, получается, будут страдать остальные ребята. Например, вот здесь я для чего взял Клаудию? Вы знаете, что она у меня медик. И вы прекрасно понимаете, что Максима это у меня ассасин. Чистой воды ассасин, он убийца, так же, как и Луиз. Но без медика... Если бы, например, я возьму здесь Хамида, я же не знаю, что меня здесь ожидает. Согласитесь, если они будут смертельно ранены, то только Клаудио им может здесь помочь. Вот в данный момент. А если здесь будет у меня Хамид, Хамид не раскачанный, и вряд ли он здесь сможет прикрыть, так сказать, тылы моим ребятам. А я хочу проходить все на 3 звезды. Вы знаете, у меня, знаете, как мания такая вот, проходить везде и все идеально. Да, возможно, плохо, как вы вот в Tower Conquest. Зачем ты вот зациклился на этом? Ребят, понимаете, я могу проходить портал за порталом с полтычка, не обращая ни на что внимания. Но понимаете, для чего мне нужно 3 звезды? Во-первых, я тренирую своих бойцов. Я получаю уровень. Если я перепрыгну быстренько в портал, то поверьте мне, там меня быстро зажучат. И это касается любой игры, даже здесь. На храпом это не вариант. Нам нужна именно тактика, нам нужна стратегия. И, как говорится, я ломаю над этим голову, ну а вам показываю, как можно сказать, лучший вариант. Но я не скажу, что, например, у вас есть тот или иной персонаж, который есть у меня, но, тем не менее, подобрать что-то из подходящего вы можете вполне. Ну что ж, давайте смотреть, у нас здесь ловкий разбойник, да? И я думаю, что мы его сможем ликвидировать. Да, в принципе, Луиз должен справиться с этой задачкой. Не так уж и сложно, в принципе-то. Посмотрим. Видишь, как очень даже хорошо получилось у нас. И мы проходим дальше. Так, а здесь у нас юный головорез. Кстати, вы заметите, что Луиз у нас обезвреживает ловушки и также вскрывает сундуки. О чем вы всегда и мечтали, грубо говоря. Но, по-моему, здесь... уровень такой, знаете, без сундуков. Хотя, может быть, что-то и увидим. Но это уже в дальнейшем все это будет показано. Так, ну что же, рискнем очень легко. Ну, давай попробуем. Очень легко так легко. Что это за удар у нас такой? Ну-ка. Оу. Хотелось бы почитать. А, оглушает противника мощным ударом. То есть, дезориентирует. Ну-ка, посмотрим. На 2 раунда даже? На 2 раунда, ребята, это... обалденное преимущество. Ну что ж, Луиз, ГЦ, ты мне нравишься. Так, а вот теперь идем сюда. Давайте-ка попробуем взломать. Или он так вскроет его? А, так вскроет. Понятно. Я думал, что это тот сундук, который мы должны будем взломать. Нет. Это оказывается по заданию. Ну что же, тем не менее, ребят, мы прошли. А что у нас здесь за награды-то? Как-то мы с вами даже и не посмотрели, что вообще будем получать. Просто ресурсы. Так, 2000... Ну, с небольшим, короче, мы получили осколков. Едем дальше.
А что же мы будем получать-то здесь? Вот это мне интересно. Давай посмотрим. Сейчас все это быстренько пролетим. Так, награда 1390 осколков. Смотрите, получите ассасинов с бонусом синхронизации. Это, кстати, очень хорошие ассасины. О, прогресс уже сделал. Ну-ка, давай посмотрим. Ну что же, неплохо. 5 бутылочек. Так, какой? 30%. Это шикарно, ребята, это шикарно. Смотрите-ка, у нас тут опять Максима разыгрывается, да? 3 ДНК на него идет. На Луиса. Слушайте, интересно. Так, а вот это, по-моему, отсутствует у меня, да? Роза Гальего. Ага, очень рад познакомиться. А кто у нас дальше идет? Ага, все, я понял, ребят. Это у нас ассасины с синхронизацией идут. 500 тысяч. Слушайте, ребята, я, кстати, очень рад и очень горд за тех, которые честным путем добрались до второго, до пятого, до десятого даже места в прошлом испытании. Вы молодцы, ребята, вы молодцы. Я, к сожалению, только на 50-е место добрался. Ну, не знаю, не знаю. Я старался, но вот только до 50-го места. Ну, а вы, конечно же, молодцы, что вот так вот далеко продвинулись. Ну что же, следующая награда у нас будет Максима. Поэтому я, естественно, хочу его получить и буду стараться. Так, у нас здесь на 3 звезды. Поэтому давай, наверное, вот это вот сразу сделаем. Блиц нельзя, потому что, ребята, еще нету 3 звезд. Так, погоди, ну все, я понял. Я думал, ничего себе, у меня этого персонажа еще нету. Так, ну что же, берем мы с вами опять Максима, да? Берем мы также Луиса и... Ну, давай возьмем Клаудию. Подожди, а почему Луис по мощам не проходит? Ладно, неважно. Мы должны... А, все, понял. 34, а нужно 430. Слушай-ка, Луиса, а может быть мы можем тебя как-то немножко... приодеть. Ой-ой-ой, ты же совсем голый, парень. Как так-то? Конечно, давай возьмем вот этот вот с тобой кинжальчик. Также мы с тобой возьмем вот, хотя бы, нет, это мы не будем брать. Мы возьмем с тобой что-нибудь посущественнее, да? Вот, например, вот это вот. Именно вот этот балахон. И аксессуар. А аксессуарчик мы с тобой возьмем, знаешь, какой? Ну, раз уж мы раздеваем эту девочку, давай до конца. Вот так. Ну-ка. Вот, совсем другое дело. Он и по мощам проходит, и становится у нас крепче. Поехали, ребят. 12, как говорится, билетиков мы с вами тратим, но думаю, что он того стоит. 500 тысяч, ребята. Последний герой получается при 500 тысячах кристаллов. Офигеть. Ну да ладно. Так, здесь у нас испанский солдат. Ну, давай попробуем взять Луис. Очень легко, ну, конечно, легко. Давай-ка мы спрячемся и попробуем. Должны, по идее, пройти, ребят, без проблем. Да, идеально. Так, двигаемся дальше с вами. Куда же лучше нам завернуть? Ну, поехали через... Нет, через верх не хочу. Давай-ка вот здесь. Прячемся. Давай-давай, проходи мимо. Ага, а здесь? Ну, а здесь тоже прячемся. Шикарно. Так, двигаемся с вами далее. У нас второй этаж открылся. И первый. Так, у нас еще две скрытности есть, поэтому давайте будем это использовать. Надо, наверное, немножко ускориться, да? Слишком как-то затянулось все. А здесь... Оу! Хотя, что я переживаю, ребят, все должно пройти отлично, просто смотрите. И пробегаем. Вот так вот. Испанский солдат и испанский стражник. Так, вот здесь уже надо, скорее всего, нам брать Луиса. Нет, погоди-ка секунду. Вот, вот так мы с вами сделаем.
Давай-ка скрытность. Так, здесь мы прошли. А здесь сделаем с вами скрытное убийство. Вот так. Следующий этаж. И здесь мы с вами так. Давай убийство скрытное сделаем. Получилось. Так, а здесь у нас уже инквизитор и торговец Флорес, ребят. Ага, тут два врага. Слушайте, а как же быть? Блин. Великое стремление. Я нажал, ребят, я не знаю, к чему это. Блин, драться мне придется. Они же сейчас все сагрятся. Понимаете, все. Или нет? Я, наверное, ошибся, да? Никто ничего не сагрился. Так, убили. Ликвидируем, конечно, инквизитора. Так, а вот здесь придется драться, ребят. Просто разорвали в тряпки его. Этого торговца. Ну что же, мы прошли с вами идеально. Ой, красота-то какая. Так, продолжить. Ну, уже почти три... Не почти, а три с небольшим тысяч осколков получили. Ладно, у нас еще впереди пару боев, потому что осколки этого позволяют нам сделать. Ну давай, грузись. Так, оу, давай заберем, конечно же, прогресс. Так, 3 ДНК на максима. Так, и у нас начинается, ребята, смотрите-ка. Как сложность сразу вырастает, да? Тут было 7-12, а тут 17-22. То есть низкая, средняя, высокая. О-оу. Сколько же здесь нужно мощей? Давайте посмотрим. 480. Хорошо. Здесь пойдет у нас, знаете кто? Погоди-ка секунду. Ну, давай возьмем вот так. Возьмем Агилара. И возьмем, наверное, Беатрис. Хотя мне очень сильно хочется взять... Не, давайте-ка мы, наверное, знаете, что сделаем с вами? Уберем Агилара. И возьмем Луиса. Блин, Луис. Слабенький. Ладно, фиг с ним. Поехали. Попробуем все-таки так. Ага, мы не сможем, ребят, мы не сможем, потому что задание, условия задания, они не выполнены. Поэтому нам говорят, извините, родной, вы должны поменять состав. Придется менять, никуда не денешься. Так, ну что ж, давай тогда возьмем, как изначально и планировалось. Вот таким макаром. Поехали. Беатрис тут будет рвать и метать, поверьте мне. Если, конечно, до нее дойдет вообще очередь. Так, украдите материалы, да? Задание, значит. Поехали. Так, у меня Агилар. Хотя, не, подожди, тут и Максимум неплохо справится. Давай-ка вначале вот все втихушку будем делать. Ага, здесь тоже спрячемся. Шикарно. Так, смотрим здесь. Угу. Давай, Максимум. Убийство. Скрытное. Так, а здесь уже будем прятаться. Все, шикарно. Так, здесь у нас... Почему Агилара... Нет, нормуль. Все хорошо. Мне показалось. Опс. Оу. 95% должны, ребята, мануть. Да. Так, ну а здесь 71-79%. А у Максима? Блин. Ну что же, Агилар, придется тебе рисковать. 71-79. Есть, сработал. Здесь 95. Ну, здесь, наверное, и Максима справится, да? 82%. Думаю, справится. Ага. Так, поднимаемся выше. Сундук. Ну, получается, что мы задание выполнили, да? Да, ребята, мы это задание сделали. 3 звезды, блиц,
соответственно, открывается, и мы с вами продвигаемся дальше. Но, по-моему, далее будет вообще жесть. Капитальная причем. Сейчас посмотрим, ребят, с вами. Убедимся, так сказать, на собственном опыте. Ну, загрузка, ну хорош, ну что ты так долго томишь-то меня, а? Так, ну что же, награда 2815 осколков, поехали. Так, сколько мощи? 870 уже надо, да вы издеваетесь, ребят. 870, так, у меня нет таких героев, которые могли бы столько иметь мощей. Просто нету, ребят. Я не могу начать. 870. Жаль, очень жаль. Я бы с удовольствием бы здесь порезвился. Но не могу, потому что не хватает, ребят, селеночек мне пройти туда дальше. Так, в событиях. Что тут такое? О, испытание Анимус. Пробраться незаметно. Я выполнил это задание 7 раз. Тут, кстати, 2 раза. И вот этот ревар тоже могу забрать. Так, ладно, давай вот это все заберем. Улучшить. Что я мог? Так я же улучшал уже. Все отлично. Так, ребят, давайте посмотрим, кого мы можем с вами улучшить. Или подожди, еще лучше посмотрим, что мы можем с вами сделать. К сожалению, ничего. Ничегошеньки мы с вами сделать не можем, но... Но я хочу, ребят, сказать вам следующее. Давайте-ка перейдем на задание и посмотрим по карте, сможем ли мы с вами начать третью главу. Мне лично это очень интересно. Вы не обращайте внимания, ребят, на мой голос. Я очень устал. Просто смертельно устал. Немножечко сегодня позволил себе отдохнуть. Немножечко принял винца. В общем, навеселе. Уже, правда, не такой веселый, но тем не менее. Так, давайте посмотрим. Третья глава нам нужна. Нет, опять не туда я зашел. Так, надо отдалить карту. Вот. Третий регион. Давай зайдем, посмотрим. Сколько здесь минимальная ставочка? Ой, ёпарасоте, ребят. Ну да, конечно, 908 мощей. Конечно же, я здесь... А, кстати, кто у нас тут разыгрывается? Что, опять Мария, что ли? Да, ребята, опять Мария. Ну, давай ДНК посмотрим. Так. 960 мощей, ребят. У меня нет таких легендарных героев, которые бы имели бы столько силы. Просто их нету. Поэтому я думаю, что надо, наверное, немножко отдохнуть. Набраться силенок. И уже потом возвращаться в эту игру, когда у нас, по крайней мере, будет хотя бы тысячонка мощей. Причем у каждого ассасина. Это очень тяжело будет сделать. Так, ну давай посмотрим. Если я, например, отправлю на прокачку... Ну, Агилара, для начала, ребята, это все для начала. Сколько он получит максимально? Что, все, что ли? Нет? Давай, давай. Так, ну что, 17 уровень он у нас получит. Этого мало, конечно же. Этого мало. Погоди-ка, а, нет, 18, вот. Но опять же, ребята, этого недостаточно. 874 мощи, это... Слабовато, я бы даже сказал. Так, хорошо, давай посмотрим, кого еще можем. Беатрис 643. В принципе, как бы можем, ребят, но все равно не дотягиваем до того уровня, который нужен. Да? По-моему, да. Не хватило. Не хватило, к сожалению. Ну, пускай тренируются. Ну, а на этом, ребятушки, мы, наверное, с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в ближайшее время. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.